вначале удар, а после, когда я вот это уже получил, я знаю, что мне надо защититься во мне. Я защитился, если я сейчас... Как я беру вот это? Вот он у меня. Откуда я его забираю? Вот он у меня. Откуда? Вот он у меня. Где я его беру? Вот, вот. Где ноги? Как отсюда это идет? Как отсюда, видите, вот отсюда, вот он у меня, без размаха. То есть мне, видите, как я его обрабатываю, вот он у меня. То есть, ну для того, чтобы работать, надо сначала научить.